Теремок ТВ представляет. Пришлось пройти через банановый лабиринт, чтобы добраться до короля обезьян. Мы справились и нашли короля на банановом троне. Здравствуйте, Ваше Величество! Меня зовут Мяу-Мяу. Это Додо. А это Коко. Берите бананы! Спасибо за угощение, Ваше Величество. Но нам хочется вареников. Новогодний монстр забрал их у нас. А как насчет банановых вареников? Нет, спасибо. Нет? Но они же очень вкусные. Что ж, у меня есть то, что вам нужно. Во дворе. Это поможет вам мигом найти новогоднего монстра. А новогоднюю овечку это поможет найти? Ну, конечно! Спасибо, Ваше Величество! Побежали! Это огромная хлопушка! И как же мы найдем новогоднего монстра с помощью этого? И новогоднюю овечку. Чтобы хлопушка сработала, нужно прийти в полночь в деревню и дернуть за этот шнур. Я боюсь хлопушек. Птичка, а есть ли другой способ? И что же нам теперь делать? Смотрите, сколько фонариков! Жители деревни готовятся встречать Новый год. С Новым годом! Happy New Year! Happy New Year! Значит, с Новым годом! Happy New Year! С Новым годом! С Новым годом! Happy New Year! Давайте повторим вместе! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Можешь повторить вместе с нами? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Отлично! А почему фонари не горят? Наверное, потому что новогодний монстр где-то здесь. Как ты думаешь, где он сейчас прячется? Что это? Может, это новогодний монстр? Давайте посмотрим! Я побуду здесь и постерегу повозку. Ладно, хорошо. О нет! Трудно что-то увидеть в темноте. Тем более, что фонари не горят. Нужно дернуть за шнур. Из дороги! Ха-ха-ха!
Оказывается, это ты! Ура! Это новогодний монстр! Ой, это Бен-Бен! Отдавай наши вареники! Зачем ты забрал у нас вареники? Простите, что забрал ваши вареники. Я просто был очень голоден. Но ведь наших вареников хватит на всех. Мы с тобой поделимся. Вы поделитесь со мной? Конечно. Ведь в Новый год все друг друга угощают. Happy New Year!